я как бывший работник филармонии. Мама, бывший профессионал. Это нечестно, девочка. Это нечестно, выходит замуж за мужика, от которого полстывает в детишко. Thank you.
А я что сделал, по-твоему, лучше, чем я их купил. Я убил Джона Леннона! Он понятно на вас с тобой и кричал: нет, нет, не надо! Но я был беспощаден, и теплый ливерпульский дождь приятно мочил мой пар. Да ты ему худо! А с этим-то что будем делать? Браво! Брата-то вашего они заводили? Дело-то, девать надо куда-нибудь. Эти взятки гладкие убийства брата на нас будут валить. Дело нужно прятать. Ваша правда, Игорь Игоревич. И на нем ведь отпечатки наших пальцев. О! Как только выяснится, что на вашем же брате ваши отпечатки...